Макски, и сегодня мы с вами будем играть в Traffic Run. Ну, сегодня ролика про город не будет, я решил передохнуть, а то чем мы все время ролики про город, строй город. Давайте уж поиграем в другие мини-игры, которые есть у нас вообще в интернете. Это мне попалось на рекламе, и мы с вами заходим. Первый уровень. Легкий. Давайте следующий уровень. 9 метров. О! Ну это легко было. Третий уровень. Тоже легко. Четвертый уровень. 85 метров. Ой. А вот это уже немножечко посложнее. Ой, тут пройти. Так, опа, это была небольшая реклама. Ну, может быть, я тоже сыграю в филворды. Ну, а мы с вами продолжаем. Так, уровень средний. 5-й уровень. 96. Можно будет обгонять, конечно, я еще на ролике. Если вы хотите, я скачаю такую игру Blind Race. 96 метров. Нет, вы видели, я врезался, но все равно. Тоже средненько. Минус в том, что здесь много рекламы. Ну или можно вот это. Блин. Двести шесть метров, 6-й уровень. Поехали. Так. 7-й уровень. 350 метров. Самое сложное это поймать монетку автобуса, но при этом не врезаться в автобус. Во! Я это сделал. И было тоже легко, потому что ты здесь перепрыгиваешь. 8-й уровень. 186. Ой. Здесь все легко. Не хочу его двигать. Но если хотите, я такую игру скачаю. Так, мы с вами переходим дальше. Блин, давай. Надоела эта реклама, конечно. Давайте. Тут пишут, что у нас... Сколько-то метров? У нас 399 метров. Опа. Тоже такой 9-й уровень. Трудно, что на каждом обошел я, значит, эту рекламу. Бесит, реально бесит.
4, 3, 2, 1, 0. Давайте. Следующий уровень. 399 метров. Ой. Ребята, я это случайно сделал. Если хотите, я вот такую, как Кирилл, скачаю шар. Давай, поехал! Скубиди-дубиди-дубиди. Ну, здесь реально легко. Хотя, может быть, нелегко. Да, блин, надоела эта реклама, ребята. Кого тоже бесит реклама, жмите лайк. Кому она не бесит, жмите дизлайк. А лучше не жмите. Тем, кого она не бесит, то подписывайтесь. Или, если вы не хотите подписываться, пишите комментарий. Ну, а если не хотите, репостните это видео. Вот. Следующий уровень. Прилетел над поездом. Гонка телескопа. Следующий уровень. 1285 метров. Да. Следующая, да, 1587, по-моему. Ребята, минус этой игры в том, что не слишком много рекламы. Кто хочет такую игру, жажда, ничего. Я уже поехал. Я не хочу такую новую игру. Короче, ребята. Ребят, кто хочет такую игру, пишите в комментариях, блин. Следующая, 1565 вроде было. Там больше. 2030. Еще 2030 года у нас нет. Я игру не хочу. Не пишите ее в комментариях. Ребята, я врезался. Я проехал. Хеликоптер, хеликоптер. Без единой остановки. 640 метров.
можно, ребята, букву. Кто хочет, жмите лайк. Установим все-таки. В следующем видео я в нее сыграю. Блин, сейчас лаги были. Давайте. Без комментариев. Блин, реально лагает на этом уровне. Из-за битбоксива его. Да, мы с вами едем на 19 уровень прямо. Бля, как ты пишешь? Да. Блин. Если бы я был разработчиком этой игры, я бы убрала рекламу. Без комментариев. Без комментариев. Без комментариев. Ладно. Нормально. Давайте. Наконец-то. Вот у нас уже скачались игры. Что я скачал? В итоге это вот игры. Плюс в том, что она, ну, если, например, у тебя нет, например, интернета, ты можешь в нее поиграть. А минус в том, что в ней очень много рекламы. Следующее, я думаю, я сниму про эти буквы. Кто ждет такое видео, жмите лайкусик под этот видосик. Всем пока!